Очень умно. Плакали данные. Он уходит. Выманивай. Сейчас засечем. Скорее.
Скорей, хватай все, что можешь, когда я подберусь. Продолжай копать! Вот так. Я влезу в его файлы, он и не заметит. Далеко! Чикаго подставной. Вот так сюрприз. Как они это сделали? Какой-то дикий код. Прямой подтасовки не было. Ничего не понимаю. Куча грязного белья. Мечта шантажиста. Качаю дальше. А что именно мы тут ищем? Видео. С одной женщиной. Она мертва, но именно из-за этой записи начали преследовать меня и мою семью. Продолжай копать!
что мы все нашли? Вроде бы да. Как минимум то, что нужно этому психу. А ту женщину? Хоть одно видео с ней есть? Не, чел. Я лично не находил. Уверен, что оно у Ирака? Нет, но он хотел его стырить. У кого? I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps the silly g- Никогда не видел контракт с таким количеством нулей. Ты их допёк, друг. Да, я в курсе. Не-не, ты послушай. Тут все по-другому. Похоже, на тебя ополчились все. Проваливай из Чикаго живо. Устранители с тебя не слезут. Все равно найдут. Спасибо, Джорди. Ну да, ты не послушаешь, но я хоть попытался. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Day and night. The lonely loner seems to free. Привет, чел. Есть новости. Кажись, я теперь могу стать звукоинженером. Слушай. Ты почистил ту запись. Послушай. Брент Ольстер. Зайдите к начальству. Брент Ольстер. Ники звонил оттуда же, где делали это объявление. Брент Ольстер. Отлично. Пожалуй, запущу поиск. Нашел. Ники там. Я знаю. Верни ее, братец. Нашел Ники. Наконец. И Дэмиан не в курсе. Теперь осторожно. Там охрана. Надеюсь, Ники готова. Будь начеку. Эти хрены наняли устранителей для охраны. С этими ребятами шутки плохи. Я в курсе. Взломаю незаметно. Меня не засекут. Ники, это я. Где ты? Тут везде охрана. Один охранник. И я не знаю, что с ним. Зато я знаю. Я тебя вытащу. Не вешай трубку. Я тебе помогу. Нет. Меня найдут. Ники, там пистолет. Подбери его. Мало ли что. О, боже. Ужас какой-то. Эйден, я не умею стрелять.
Он упал. Времени нет. Делай, что я скажу. Я его убила. Ники, слушай, тебе нужно идти. Я буду подсказывать. Так, быстрее. Он еще дышал. Тот парень. Он еще дышал. Тот парень, в которого я попала. Может, нам вызвать скорую? Окей, иди. Я стрелял-то только с папой на охоте. И это были кролики. Вперед! Больно! Я стрелял-то только с папой на охоте. И это были кролики. Давай! А вдруг я его убила? По-моему, я его убила. Я не хотела. Пистолет сам. Теперь беги к машине. Садись и езжай. Быстрее. Все хорошо. Надо только вытащить вас с Джексом из города. Как Джексон? Боже, он сказал, что ты мертв. Сказал, что убьет меня. Где Джекс? Я должна его увидеть. С Иоландой. И тебе надо ехать к ним. Я вас найду. Бери Джекса, прячься и не звони. И не давай ему планшет, пока все не стихнет. Эйден, пожалуйста, прошу, не лезь в это. Слышишь? Забудь об этом. С Ники, может быть, но не с тобой. Не хочу тебя огорчать, но к тебе гости. Полиция узнала, кто такой Мститель. Думаешь, это игра, Дэмиан? Ну да. А что же еще? И я вошел во вкус. Ты меня огорчил. Мы же партнеры. Что тебя не устроило? Масштаб? Нет, ты жадный упырь. Мне пора. Ты лицемер, вот и все. Удачи, партнер. Копы жаждут встречи. Собирайтесь. Скоро подъеду за вами. Много не берите, только самое нужное. Хорошо. Тогда мы с Джексом тебя ждем. Thank you.
Я изо всех сил пытался защитить Ники, но теперь... Она убила человека. Город задыхается от преступности. Нужно спасти ее, увести, пока не поздно. Скорей. Иоланда собиралась вызвать полицию. Давай в машину. Тебя ведь подставили. Правда? Я нашел того человека. Я знаю, кто он. Что? Ники, нет времени. Нужно валить. Срочно. Ну же. Джекс, сиди тихо, солнышко. Усиленный патруль преследует подозреваемого. Эйден, это полиция. Знаю. Почему мы скрываемся? Они могут помочь нам. Они нам не помогут. Но почему? Они ловят меня. Но мы все объясним, расскажем про Дэмина и про все, что случилось. Ники, слушай. Если нас арестуют, молчи. Мне надо будет вывести вас из города. Вы исчезнете, чтобы вас не нашли. С Дэмином разберусь. Я тебя не понимаю. Нам же нечего скрывать, правда? Тебе есть, да? Ты мститель. Долго объяснять. Раньше мороженое продавали. 101 вкус. Чикаго, мой родной дом. А теперь что? Все начинать заново? Я думала, все будет иначе. Надеялась. Все изменится. Я обещаю. Хватит обещаний, Эйден. И куда мы? Увезу вас подальше отсюда. А потом что? Все позади. Для вас точно. Но не для тебя. Все хорошо.
Все пошло совсем не так. Но что еще остается? Все хорошо? А помнишь, как в детстве я за тобой ходила, а ты вечно от меня убегал. Но я не сдавалась, дурочка. Я не любила ни хоккей, ни машины, ни твоих глупых друзей. Да. А все потому, что я боготворила тебя. Как и Джексон. Тогда я надеялась, что ты позовешь меня. А потом, что хотя бы оглянешься. Ну что сказать, прости. Я больше не хожу за тобой. Знаю. Ну что, малыш? Попрощайся с дядей Эйденом. Ты поедешь с нами? Нет. Дядя остается тут. Пока, Джекс. Кого ты ищешь? Готов слушать? Не уверен. Но ты включай. У меня для вас поручение, мистер Рак. Так, а имя там, адрес будут, мистер Куин? Брэнкс и Пирс. Припугните их. Можно тряхнуть родных. Есть, сэр. А чё они сделали? Не ваше дело, мистер Ирак. Справитесь. Сможете возглавить следующий аукцион. Серьезный сукин сын. Ой, тварь. Плевое дело было. Куча денег. Без проблем. Хренов мафиоз. И мне тебе советы давать, но если интересно, тут у Куина благотворительная акция в его отеле Мерло. Ники больше не вернулся. Я заставил ее уехать. Навсегда. Но она в безопасности. Они оба. Дальше Куин. Лаки Куин. Это все его вина. За ним я гонялся. И он ответит за все.
отель Мерло. Корень зла. Из-за него моя жизнь пошла к чертям. Из-за Лаки Куина. Он хотел убить меня, мою семью. И расскажет, зачем. А потом умрет. Это я. Ты где? Дело есть. Это моя работа, поиск информации. Чем сложнее ее добыть, тем больше платят. Ты ничего не знала. Я хочу все исправить. Нечего исправлять. Прости меня, Эйда. Клара, что ты задумала? В чем дело? Хочу предупредить сразу. Политики не умеют произносить коротких речей. Еще до того, как я стал мэром, да и политиком вообще, я был знаком с Лаки. Был знаком. Что я знаю о нем. А ведь забавно. Мы столько лет знаем друг друга, и только недавно я стал называть его Лаки. А о чем я? Немногие знают, что это человек широкой души. Он был щедр к нашему городу, а теперь и ко всему миру. Его щедрость поистине безгранична. Выпьем же за Лаки Куина! Мэр Рашмар, господа! Благодарю вас, мэр. Приятного вечера, друзья. Всем огромное спасибо. Мой муж уже отвалил хренову тучу денег. Чувствую, в этот раз придется. Так это есть. Ты это... Смотри, чтоб жена не пила больше. А что за мужик рядом с Куином был? Высокий, как тонко. Нет, ну чем ты... Я сыт. Слышишь? Я сыт по горло. Мне уже надоело твое нытье. Бандитские перестрелки. Это катастрофа с аукционом. Ты угробишь нас обоих. Ты же хотел быть мэром. Вот и будь им. Ты скажешь, как я велел. И раз убрали вы. Мэр молодец. Борется. С бандами. Роуз бы так гордилась. Как ты смеешь? Верни мне то видео. Ты слушаешься меня. А теперь исчезни. Без тебя хлопот хватает. Ты погубил меня. Хватит с меня, достаточно. Слышишь меня? Лаки! Зачем компромат, если все о нем знают? Мэр должен бояться, что я солью информацию. Будет теперь плясать под мою дудку. Thank you.
Кто-то рубанул сигналку. Сигналка сдохла. Иди, проверь. Кто-то проник в систему безопасности отеля. Разберитесь, в чем дело. Попадись, он удвоил охрану. Должно быть, тебя ждет. Угу. А до тебя медленно доходит. Ты должен понимать, когда проиграл. В той самой аварии. Погибла моя племянница. Ей было 6. О, так значит, в этом все дело. Прошу прощения. Люди вечно бегут ко мне. У всех проблемы. Просто невозможно уследить за всем. Thank you.
мостам. Вертолет на подходе. Сюда не попадет никто. Столько народу мечтает вас поймать, и я тоже. Но все оказалось несколько сложнее. Думаешь, тебе все будут рукоплескать? Все нормально? Ваша забота мне льстит. Лучше думайте о том, как к вам сбежать. Мне нужны вы. И это стекло меня не остановит. Что ты делаешь? Смотрю, как умирает старик. Очень многие пытались меня убить. Но я разорвал их на части, одного за одним.
думаешь, стану умолять? Лаки Куин! Никогда! Твое дело, мне все равно. Ты же вообще ничего не знаешь. Это была ошибка. Думали, ты ищешь это. Ты просто сглупил. Мог остановиться. И я бы обо всем забыл. Такая милая дамочка, Роуз Вашингтон. Я весьма обязан ее смерти. Ведь столько женщин гибнет зря. Но ей хватило ума сдохнуть перед камерой. А наш мэр не умеет хранить свои секреты. Еще и влюбиться умудрился болван. Все это... смерть Лены. Из-за твоей марионетки. Думаешь, выиграл? Когда я умру, мне поставят памятник. А ты? Про твою семью никто даже не знает. На тебя всем плевать. Не забыл? Я же мститель. Избавляюсь от мусора. Боже, мне больно, отпусти! Мой город. Мы можем заключить любую сделку. Куин мертв. Наверное, я должен чувствовать себя опустошенным. Но это не так. Я как будто проснулся. Снова могу дышать. А Лена... ее не вернуть. Но может, я смогу сделать хоть что-то для этого города. Тибон, это был Куин. Сейчас загружу тебе видео. Видео? Что там? Увидишь. Мистер Куин! Мистер Куин! Живо! Все сюда! Заприте тут все! Это не конец! Тибон, это был Куин. Сейчас загружу тебе видео. Видео? Что там?
Увидишь. Мистер Куин? Мистер Куин? Лево! Все сюда! Заприте тут все! Вызываю вертушку. Вижу беглеца. Отследите его и доложите. Черт, патруль, он едет прямо на вас! База, я стреляю. Тибон, это был Куин. Сейчас загружу тебе видео. Видео? Что там? Увидишь. Мистер Куин? Мистер Куин? Лево, все сюда! Заприте тут все! Принято. У нас беглец. Вертолет уже в пути. Я стреляю. Чего бы Кларе звонить тебе? Ты не знал? Думала, за инфу я отдам твою сестру. Трогательно, да? Я прямо плакал весь. Что она тебе наплела? Не надо, Дэми. Я серьезно. Забудь это. Чел, мы ведь больше не партнеры. Делаю, что хочу. Что она хочет? Зачем ей Дэми? Где же ты, Клара? Где ты?
Привет, Эйден. Не знаю, с чего начать. Я видела, как вы с Джексоном играли в шахматы. Оба были такие печальные после похорон. Но с тобой ему было спокойно. Мы все здесь прячемся за мониторами. Только так мы не боимся. Честное слово, я понятия не имела. Я не знала, что будут жертвы. Я просто работала. Я думала, если помочь тебе найти ответы, то помогу и себе. Не смогла. Когда все закончится, надеюсь, мы поговорим. Если нет, я просто исчезну. Уж это я умею. Что я наделал? Подставил Клару. И все дело в шантаже. Девочка погибла, потому что кто-то хотел сохранить свой секрет. А Блюм... Пусть говорят прессе что угодно, но руки у них в крови. Довольно секретов. Ирс, надеюсь, ты закончил свои дела. Я тут уже задолбался. Клара, ее... К черту ее! Других проблем хватает. Она мертва. О, нет. О, боже, твою мать. Скоро буду. Пора совсем покончить. Причина смерти – сердечный приступ. Квина нашли в принадлежащем ему отеле.
хотел кое-что. Надеюсь, ты не против. Думаю, теперь мы квиты. Разумеется, да. Бери, что нужно. Устранители дышат мне в спину. Я не знал, что Роуз мертва. Ей надо было просто уйти. Не доказано, что за этим стоит Блю. Блин, Эйден, да все может быть. Сам видишь, тут много чего не сходится. Подтасовка голосов, сделки, грамотный пиар, и все это замяли. После смерти Роуз они создали это. Я не знаю, что к чему, но этот код опасен. Что-то вроде... Я толком не въехал, но это как-то связано с политикой. Кандидат. Так вот, что он хотел. Уничтожь этот код, чел. Остальное можешь делать, что хочешь. Знаешь, Эйден, я... Мне жаль Клару. И мне. Плохие дела, с какой стороны ни глянь. Будь осторожен. Некоторых вещей лучше не знать. Компании Блюм придется объяснить появление сети рядом фотографических роликов, содержащих информацию о покупателе. Хотя полиция не уточняет смысл термина. В сети появилось шокирующее видео. Мэр Рашмор убивает женщину Розу Вашингтон. Она, бывший работник сети ОС, год назад ее объявили пропавшей без вести. Мэр воздержался от комментариев. Мэрия официально заявила, что видео смонтировано группировкой ДЦЕК с целью дискредитации мэра. Может, и сошел. Но Ники ты не получишь. А за смерть Клары еще ответишь. Героем себя возомнил. Ты новости видел? Ты весь город держишь в страхе. Идиот самовлюбленный. Ну давай, иди ко мне. Покончим с этим. О, забыл сказать тебе одну вещь. Ты оценишь. Я разлучил CTOS. Полностью. Я внутри системы. Наслаждайся шоу. CTOSA correct. Error. Invalid command. Error. Люблю приносить пользу. Во имя.
ля-ля-ля. Само мнение. Знакомый Эйден? Помнишь, к чему это приводит? Фаервол не взломать. Может, Тибон сможет? Причина смерти – сердечный приступ. Квина нашли в принадлежащем ему отеле... Он нас заблокировал. Его надо срочно отключить. Твою мать! Есть один способ. Но в прошлый раз были жертвы. Выбирать особо не из чего. Выкладывай. Вся сеть завязана на спутник. Вроде как предохранитель для сети ОС. Я тут написал вирус. Неприятная хрень. Его надо загружать из трех разных точек. И что будет? Ну, твой придурок точно заткнется. Будет заварушка. Это еще мягко сказано, Амиго. Позвони, как загрузишь, мы все устроим. Заблокировал. Его надо срочно отключить. Твою мать! Есть один способ. Но в прошлый раз были жертвы. Выбирать особо не из чего. Выкладывай. Вся сеть завязана на спутник. Вроде как предохранитель для сети ОС. Я тут написал вирус. Неприятная хрень. Его надо загружать из трех разных точек. И что будет? Ну, твой придурок точно заткнется. Будет заварушка. Это еще мягко сказано, Амиго. Позвони, как загрузишь, мы все устроим.
избавиться. Теряешь хватку. А я-то считал, что мозгов у тебя побольше. Но ты такой же дурак, как и все. Что? Бойкот объявил? Ранишь меня прямо в сердце. Выбиваешь из колеи. Ну уже, Эйден, удиви меня. Делай свой ход. Обыграй меня. Давай. Ты сможешь. Смотрю, хакерша твоя не... Дэмиан химичит с навигацией. Остановить хочет. Значит, по одному месту за раз. Сканирование прошло успешно. Подозреваемый обнаружен. Дурацкий вирус, чтобы найти меня. Напасть на коллегу. Это твой план. Думаю, это твоя хакерша придумала. Но она ж померла. Так ведь? Давай уже, Эйден. Покажи, на что ты способен. Прежде чем отправишься на тот свет.
Высылаю координаты. Сейчас я его достану. Принято. Усиленная патрульная машина уже в пути. Хватит! Остановись! Смотри, как эффективно город охотится на тебя. Экономит электроэнергию. Меняем позицию. Адам, тебе перестать перебать. Нужна помощь. Залил вирусы. Ну что, приступим. Вернись к той точке, где мы начинали. Теперь она доступна как портовая... Ну, в общем-то, понял. Главное, ты получишь прямой выход на спутник. Дальше что? Ты говорил, он что-то вроде предохранителя. И не только. Заберешься, дернешь рубильник, так сказать, и сможешь обнаружить Демиэна. Скрестил пальцы.
Эйден Пирс, стой. Это Дедсек. Мы наблюдали. Мы знаем, что ты делаешь. Ты решил отключить CTOS. Допустим. Дай нам полминуты. Зачем? Полминуты внутри CTOS. Мы внедрим туда код. Потом, после ребута, DeadSec смогут контролировать все изнутри. Мы приберем за Блюм. Нам нужно только полминуты. Полминуты, и никто не узнает. Наш секрет? Будем работать вместе. Нет, я устал от этого. Ну тогда спасибо. Подключился к спутнику. Отсюда вирус Тибона перезагрузит систему. Я найду Дэмиана. И остановлю. Тебе еще надо? Куин мертв. Ты вернул сестру, а Клара нанесла тебе удар в спину. Она помогла убить Лену, ты сам знаешь. А как же ты? Тебя тоже можно обвинить в смерти Лены. Интересно. Чего бы это вдруг? Может, продолжим? Может, надо винить тебя? Помнится, Мерло был твоим планом. Я каждый день виню себя за этот план, за встречу с тобой, за то, что не остановил тебя, когда мог. Я не повторю своих ошибок. Вижу проблему. Решай. А, да. Ждите. Я видел по телеку. Сейчас проблема это ты. И я иду за тобой. Электричество тут есть. Это Дэмиан.
решили объединить свои таланты. Какие придумывали схемы. Но о таком мы даже не мечтали. Взгляни. Мы разрушили целый город, блин. Площадки. Так называют самую верхушку маяка. Вдовья площадка. Ты знал это? Я нет. Метка. Похоже, все идет к развязке. Вот, блин. Сюрприз так сюрприз. Речь будет, Дэмиан. Тебе есть что сказать? Они знают, кто я. И все? Да неужели? Знаешь, иди ты. Тоже мне. Наплевал на всех, чтобы добраться до босса. И ждешь славы из-за того, что дело твое правое? Ты обманул меня. Вот что главное. Я обманул? Ты виноват в смерти Клары. И племяшки. Кто-то семью отправил подальше, да? Они знают, какой ты. Ты неплохо держался, но все равно проиграл. Да-да-да. Боже, сколько можно трепать? А ты откуда? Прости. Новый контракт. Бросай пушку. Что? Давай, брось пушку. Поржаться можно. Вы слишком сентиментальны. Вот в чем дело. Потому и облажались. Будет вам урок на будущее. Эй-эй-эй, телефон тоже. Давай. Давай, бросай. Не знаю, чего хотел Дэмиан в последние минуты. Наверное, смерти. Я думал, что отомщу за смерть ребенка. Но вскрылось столько всего. Ложь, коррупция, проблемы города. Но я стал другим. Я не живу прошлым. Не сожалею. Иду вперед. Все связано. Это поможет раскрыть тайны, защитить, а если надо, и наказать. Повторяю, мэр Рашмар мертв. Полиция не раскрывает деталей. Доказательства связи мэра с главарем Чикаго Саус Клаб Лаки Квином и коррупции во власти наводнили сеть. Совершил ли мэр самоубийство или же его устранили? Глава пиар-отдела Блюм Шарлотта Гарнер сделала заявление о недавних сбоях в работе CityOS. Мы не сомневались, что сеть CityOS станет лакомым кусочком для хакеров всех мастей. Мы доказали, что наша система может выдержать любую атаку. Результатом можно гордиться. Система безопасности устояла перед атаками, иногда отключая всю сеть, чтобы хакеры не получили доступ. Личные данные в безопасности. Система снова полностью функционирует. Все хотят проводить больше времени с любимыми.
участвовать в жизни общества, сделать наш дом безопаснее. Bloom Industries услышала ваш зов. Мы отправляемся в путешествие, чтобы объединить весь мир. CTOS 2.0 специально для вас на мировом уровне. CTOS 2.0 технология на страже городов. Далее в программе женщина, которая лично была знакома с Эйденом Пирсом. Сегодня с нами известный детский психолог Иоланда Мендес. Доктор Мендес, ваша история очень необычна. Вы знакомы с Эйденом Пирсом, более известным как Мститель. Как это случилось? Я была знакома с сестрой мистера Пирса. Неожиданный поворот. Нам не удалось узнать о нем ничего. Спасибо, что откликнулись. Вы занимались его племянником? Да, верно. Конечно, я не вправе разглашать детали и называть имена. Нет-нет-нет, что вы, я понимаю, но... Так вы встретились с Пирсом. Каков он? Невозможно сказать, что он за человек. Его лицо — это лишь маска. Идеальная маска. Правда? Любой игрок в покер ему позавидует. Он очень умен и из любой ситуации сможет выйти победителем. И вы пишете книгу? Да, пишу. Книгу обо всем, что случилось. Исследование Пирса. Личность этого человека стоит изучить досконально. С удовольствием ее почитаю. Доктор Мендес, спасибо. Децек, сыты по горло. Мы разговаривали с глухими. На нашу репутацию покусился слабак Дефол. Час расплаты близок. Это последнее слово. Мы боремся с надзирателями. Мы сила. Пути назад нет. Это война! Хотя городские власти отмечают, что уровень преступности падает, оправдывать действия Лиса никто не собирается. Однако, как сообщил нам анонимный источник, деятельность Мстителя нашла куда большее одобрение среди полицейских, чем сообщают официальные СМИ. Жители Чикаго продолжают обсуждать убийство Роуз Вашингтон и неожиданную смерть мэра Рашмора. Политика и выборы мало кого интересуют. На данный момент заместителя мэра предполагают назначить главу пиар-отдела Блюм Шарлотту Гарднер. Ее сторонники утверждают, что именно ей под силу вернуть спокойствие на улицы нашего города. Власти продолжают разбираться с последствиями многочисленных неполадок в работе CTOS. Повсеместное отключение электричества, поломки мостов, ущерб оценивают в десятки тысяч долларов. CTOS снова запустили, однако жители стали задумываться, стоит ли полагаться на столь небезопасную систему. Наконец сдался, и тут его понесло. Кидаю координаты, дальше разберешься. Как обычно, да? Да, ну да. Иначе никак. Джорди. Профессионал. Подбирает хвосты. Ему нужно убрать Мариса. Но это мое дело. Это он стрелял в машину. Он убил мою племянницу. Хотел бы я сказать, что между нами пропасть, но... Скольким я причинил боль? Скольких убил? Кто заслуживает смерти? И кому судить об этом? Пришел прикончить, да?
подобрать хвосты. Thank you.
Благодаря вам, у CityOS был очень удачный год. Чикагская CityOS установила стандарты, и мы с радостью объявляем о внедрении системы в городах страны и мира. Вы будете чувствовать себя в городе как дома. Встречайте CityOS 2.0 в новом году. CityOS. Будущее совсем рядом.